Здравствуйте. Девятилетнего Диму охотники несут на руках. Двое суток. Мальчик со своим дедом провел в лесу. Питались, чем придется, ждали помощи. Ну что, бандит? Такие бывают, что люди, как приключения? Теряют, слава богу, нормально. Их находят. Нормально? Не испугался? Наконец, можно улыбнуться. Операция по спасению завершилась успешно. Пропавших нашли в тайге в буквальном смысле по следам, благодаря охотничьим собакам. Слышим, собаки взлаяли. А я потом. Потом кричат левая сторона ручья. Нашли, нашли. Я вышел через кусты, смотрю, пацаненок стоит. Я, Дима, ты? Молчит. Дима, ты? Молчит. Смотрю, мужик. Вы, Геннадий? Он такой, да. Так вас ищем? Он такой, да, все. Дима Чванов и его родной дед Геннадий Никитин уехали утром 28 августа на автомобиле за грибами и не вернулись. К поискам привлекли местных полицейских, охотников, учителей, волонтеров. Всего более 300 человек прочесывали леса круглосуточно. Шансы таяли на глазах. В районе поселка Ортон в глухой тайге люди пропадают третий год подряд. В 2017-18 грибников так и не нашли. Мы встретились, мужики. Мы собрались искать ребенка. Должны найти. Штаб разбили около оставленного пропавшими автомобиля. Группы возвращались с поисков ни с чем. Леса изучали с помощью квадрокоптеров тщетно, пока дедушку и внука не обнаружили у реки. Сигнал о завершении поисков – выстрел в воздух. Я всегда говорю, ну как можно, блин, зная место, зная все это дело, и заблудиться. Ну, это мне такой парадокс учился. От оставленного автомобиля потерявшиеся грибники ушли на 15 километров в лес. Чудо, что не дальше. За двое суток блужданий успели только проголодаться. Оба сейчас дома, живы и здоровы.